Доброе утро, уважаемые, не очень. Сегодня 22 октября, я иду на репетицию Mr. Fitness Челябинск. И я уже успел побывать в аварии. Да. На 96-м маршруте ехал, и нас сзади влепилась 22-я маршрутка. Сейчас я ищу улицу Свободы, 8А. Там какой-то танцевальный центр, там будет репетиция. Так что веселое утро. Да, соскакал. Я иду по Кировке, снег шарашит просто вообще нереально. Сегодня мы репетировали финальный наш танец с ребятами, со всеми конкурсантами. И таких репетиций было около 4 в танцевальной студии Олега Иванова, а также финальная репетиция в Маркштаде. Да-да-да, сделайте. Сделайте вот так в конце потом. Все сделайте в конце так потом. Нет, правда, в конце сделайте, прикольно будет. Что-то я начал запариваться на тему творческого номера, что и как это будет, потому что в Маркштадте пол кафель, там, как сказали, моя идея на наш ролик получается не прокатит. Короче, не знаю. Запарился я конкретно, и мне все-таки удалось воплотить свою идею в жизнь. На очередном этапе конкурса я просто репетировал творческий номер. Я приходил в студию Олега Иванова и просто репетировал. Я ходил отдыхать в Демоплекс и просто репетировал. И я просто-таки достал своих друзей репетициями. А еще я просто репетировал в примерочной Адидаса.
Ну дальше, подожди. Потом что-то вот это вот. Это вот. И вот это вот. Они должны деньги за это. За стриптиз деньги надо. А у них камеры где, на кассе? Было весело и интересно. Ведь репетиции – это одна из самых емких частей любого конкурса и неотъемлемая часть подготовки к соревнованиям. Ты все это снимаешь? Поэтому этот влог посвящен именно репетициям. Что, меня там несут или нет? Они где вообще смотрят? Они где смотрят? Моя идея воплотилась в жизнь. И вы, наверное, уже видели, что из этого вышло. Завтра выйдет третий влог, посвященный конкурсу «Мистер Фитнес Челябинск 2014». Занимайтесь спортом, ну или физической культурой. Пока. Да-да-да, сделайте, сделайте. Сделайте вот так в конце потом.